Ютуб, привет! У нас прохождение демки Outcast A New Beginning. Я уже смотрела трейлер. Игра выглядит очень круто. Одна демка весила, короче, больше 30 гигов, представляете? Модераторы, поменяйте, пожалуйста, раздел. Игра называется А, хотя лучше мне, наверное. А, вы уже поменяли. Господи Иисусе, это что за... Что за ангелы-хранители на моих модераторах? Outcast, честно говоря, мне не особо. Не особо, потому что не нравится визуально, или ты не любишь выживачи. Сухой спать, а утром я всем буду не в состоянии перед больничкой, ну да. О, русский есть, наконец-то! Господи, хоть какой-то демки. Эта игра собирает анонимные данные. Может нам улучшить игру? Ну давай. Дам вам свои анонимные данные. Так, демо-версия. Исследуйте Адельфу. В этой демо-версии с открытым миром. Что-то громко. Какая музычка шикарная. Свободно перемещайтесь практически по всей карте. Планируйте в воздухе. Используйте реактивные ранцы спринт. Выполняйте побочные задачи и отбивайтесь от агрессивной живности и роботов. Или просто наслаждайтесь прекрасными видами Адельфы. Эта демо-версия ограничена 20 минутами игры. А кроме того, вы не сможете взаимодействовать с таланами и выполнять задания в деревнях. Каждый сегмент демо-версии можно пройти дважды. АВФ захватила Адельфу, и земные военные базы угрожают таланским деревням. Ваше задание – обследовать базу, нейтрализовать противников и уничтожить ядро генератора. У вас с собой два вида оружия и целый ряд модулей к ним. Попробуйте разные комбинации, чтобы выработать свой стиль игры и обрушить на врагов свою огневую мощь. В этой демоверсии лимита времени нет, но вы не сможете покинуть окрестности базы. Каждый сегмент демоверсии можно пройти дважды. В этой сюжетной демоверсии вы познакомитесь с рыбаками из деревни Саппа. Беседуйте с местными жителями и узнаете, как помочь им отбиться от захватчиков. Используйте карту заданий, чтобы отслеживать ваши задания и цели, а также узнать больше об Адельфе и Таланском обществе. Эта демоверсия ограничена 20 минутами и территорией деревни Саппа. Блин, прикольно сделали. Давайте сначала пойдем через стори. Нормальная. Ой, твою мать, господи, ослепнуть можно. Так, но это через геймпад, если играть. Но мы-то не через геймпад играем, так что пофигу, да? Опа, что-то интересное началось. Ну да. Вот эту вот игру мне уже писал один знакомый. Поваляться на пляже. Озвучка? Русская озвучка? Господи Иисусе! Что, можно игру сразу добавлять желаемое? Добро пожаловать на Адельфу! Раскладка клавиатуры и геймпада находится в разделе меню настройки. Чтобы открыть меню, нажмите P или R. R. Жесть. Просто жесть. Ну, пока что красиво. Так, только подлагивает. Но это демка, ничего страшного, в принципе, да? Лутаться. О, блядь, извините, пожалуйста, я случайно. Так, найдите вождя Сапу и поговорите с ним. Следуйте в отмеченную на мини-карте точку и поговорите с Таланом. Так, это вот сюда надо. Так, сканировать. Кого, его жопу надо сканировать или что? Привет. Ты вождь этой деревни? А, ты похож на путешественника. На человека действия. Лучшие меня разработчики, просто лучшие. Я вождь Сапы. У меня есть вопрос. Я открытая книга. Стреляй. Господи, на православном вообще не говорите. Стрелять? Да, именно стрелять мне и нужно. Сколько стоит пистолет? Извини, Танак, он не продается. Прости, я объясню. Мне нужна и рука, которая его держит. Твоя рука, которая спускает курок. Я заплачу. Так, и что тут есть? Какая-то помощь, Даока, Сапа, кто ты? Что?
Что такого особого в этом вашем маленьком поселении? Оно очень особенное. Это маленькое поселение, ворота к морям Адельфы. Здесь живут хорошие, рыбаки. И кого я хочу обмануть? С каждой луной их все меньше, потому что экономика рухнула, когда захватчики отключили Даоку, а из рыбы осталось только Санекта. Как мне починить Даоку? Порталы работают на энергоядрах. Это деталанская технология, и захватчики их все конфисковали, так что мы тут застряли. Захватчики обращают всех, кто пытается вернуть ядро. Так погиб мой дорогой брат, так что мы просто не думаем об этом больше. Полагаю, ядра они хранят на какой-то базе. Точно, человек действия. Включай мозги. Я запретил таланам подходить к ближайшей базе. Но если ты захочешь украсть энергоядро для Даоки, я не буду злиться. Но меня прет, потому что это кайфово, и мне не надо это все читать и озвучивать. Я раньше никогда не пробовался никто. Тебе она нравится? Будто у меня есть выбор. Эти мерзкие плотоядные твари стали главным источником пищи, потому что сожрали всю остальную рыбу. Что-то с температурой воды произошло. Барам лучше меня объяснит. Поговори с ним, если хочешь знать больше. И в кого ты хочешь, чтобы я стрелял? В гаморов. Брачный период завершился. Они голодные, поэтому возвращаются в Сапу, чтобы есть нас. Поможешь от них избавиться? Подумаю. А кто такие гаморы? Четвероногие падальщики. Острые зубы, жестокие когти, быстрые как гарпун. Гаморы! Ладно, ладно, уймись. Помогу я тебе. Не думаю, что они бегают быстрее пули. Как тебя зовут? Я Танак, вождь Сапы. До встречи, Танак. Ага. Так, карта задания. Откройте карту и выберите деревню Сапа, чтобы изучить ее задание. Но управление здесь такое, прям под геймпад. Чувствуется, что здесь прям все под геймпад. Слушайте, ой, подождите секунду. Господи, что тут? Слишком сложно всего! Подожди, что? Я запуталась. Во! Я хотела посмотреть карту. Просто надо бы понять, насколько она большая здесь. Насколько большая будет игра. Так, извержение горка, побочная задача. Блин. Мышки, конечно, прям максимально плохо, если честно. Ну, в том плане, что видно, что управление под геймпад, и она такая прям заторможенная. Почти 3к рублей стоит игра. Но она, ты сейчас поймешь, что она прикольная. Ее, насколько я вот общалась со стримерами, с блогерами, ее очень многие ждут. Так, что у нас здесь, блин? А можно как-то... так, мне бы сенсу увеличить. Так, управление. Геймплей, чувствительность мыши. Вот так вот. О, хорош. Так. А графика, кстати, у нас на максимум или нет? Так, а 20 минут, это у меня сейчас время идет, пока я настраиваю 20 минут или нет? Вопрос. Так, экран без рамки, DLSS, DLLA, вертикальная синхронизация, давайте включим. Так, хотя... Давайте ограничим на 60. Яркость, контрастность, размытие в движении не надо. Особенность зрения, качество наивысшее. Окей. Ой, так, сохранить? Да. Все, отлично. Чтобы использовать активный спринт, нажмите F. О! Ёб твою мать! А как лететь, прошу прощения? Ну что, как сегодня волна?
Чего? Ты разве не рыболов? Мы называемся рыбаками. Ловим санекту. Меня зовут Барам. А тебя? Она, это игра, продолжение 99-го года игры, ничего себе. Барам. Саппа живет рыбной ловлей? О, да. С начала вторжения мы живем в изоляции и кормимся одной рыбой. Санекта на вкус как жареный зорт, но тут уж ничего не попишешь. В некотором смысле у нас тут есть все необходимое. Ну или почти все. Почти? Говорят, Юнаир пропал. Без укротителя Саппа долго не протянет. Да, что-то на предтечей напоминает. Когда ты в последний раз видел Юнаира? Давненько не видел. Не знаю, чем он занят. Нам нужно больше рыболовных вентилоп, многие ранены или отдыхают. Помнится, дядя брал меня с собой на рыбалку. А покажи, какими снастями вы пользуетесь. О чем ты? Рыбацкие снасти, вы же наверняка их используете. А, вверху счетчик, я думаю, что за 18.39, сейчас же не 6 часов вечера. Не знаю, как а это время демки. Ловли, но ты ничего не понял. Но, кстати, смотрите, пока мы разговариваем, вроде не считает время. Но у них жестикуляция такая, чего? Серьезно, веслом? Жесть, я испугалась! Так, миссия выполнена. Собрать сведения. Окей. Награда 5 синих хелидий. Привет. Любуешься? Ничего. Как ты? Но слишком медленно. Может... Помни о... Так. Тут есть какой-то торговец, я так поняла. Вот это? Нет? Нет, видимо, дальше. А, вон торговец. Так... Что у нас еще тут есть? На М карты нету, поняла. Так, значит, мне нужно... Так, крокодил не ловится. Посмотреть задание деревни. Неизведанное задание. Давайте про крокодила. Оглушите санекту. Ух, ёпты. А как мне это сделать? Веслом? Прошу прощения. А как... Подождите, как понять, куда идти? Так, найти. Ага, вот, вижу. Все. Так, мне вот в эту сторону надо. Может тоже поиграть в нее, да индику? Не индигу, а индика. Индика. Что-то я не совсем поняла, как летать, если честно. Он просто падает вниз. Ну, как-то так. Ускорение, спуск. Реактивный чего? О, во! Стой! Тут лутаться можно! Ценные предметы — это все, что угодно. Можно выгодно выменять у торговцев за зоркины. Ага, зоркины. Понял вас, принял. Так, где я? Мне еще дальше лететь, да? О, стой, тут вот это вот что-то можно добыть. Разбейте хелидиевые камни атакой ближнего боя, чтобы получить хелидии. Так, а как мне ближнего боя что делать-то? Хер его знает. Ой, ёпт! Осуждает. Как же мне трудно с полетами-то. Веслом по морде, да-да-да-да. Так, индика, вообще пох, смысл меняется, но игра прикольная. И демка тоже прикольная, можно поиграть.
Ого, я щитом. Видели, как это? Бью. Это щит у меня такой, да? Хая. Жесть. Ну, я тут, конечно, налутаюсь вообще просто в радость. Так. Я еще не пришла. Дальше летим. Летим. О, стой. Подожди. Отличная вещь. Ну да, тоже согласна. Тормози. Чтобы быстрее найти Санект, используйте сканер. Так, и шо? Вон, сканер там, отлично. О, ля, какой тут глайдер! Охереть! Прикольно. Тормози. Это что за херня? Это непонятно, что это. А, это вот та херня. Она соединена с ней, что ли? Блин, сколько тут всяких штук есть. Так, у меня осталось 15 минут. Боже, как прикольно сделали воду. Понятное дело, что она не идеально сделали тут графику, да? Вот, но все равно красиво выглядит. О! А музыка, музыка какая, боже. Да, запись делаю на YouTube. Вообще кайф. Музыка в стиле фильмов фантастических про инопланетян, которые раньше были. Так. А что мне с ней делать? О! Здрасте. А как тебя? Оглушите Санет, пролетев над ними в режиме реактивного спринта. Офигеть. А-а-а! Жесть, серьезно? Просто так над ней пролета... Ой, подождите, я, кажется, я ее убила, что ли, или что? Алло? Вы немножечко мертвы, кажется. Музыка типа из Звездных войн, да. Причем не вот которые сейчас, а которые тогда давно были. Вон она. Ай, блядь. Блин, прикольно, мне тут так нравится. Мне кажется, я тут надолго вообще залипну. А когда игра выходит? Когда игра выходит? Дата выхода 15 марта. Блин, обязательно идем. Обязательно. Обязательно. А, здесь посмотрите, как заморочились, охереть. Озвучка русский, английский, французский, немецкий, испанский, китайский, японский, польский. Охереть. И не впадло им было столько переводить? А это нордики, кстати, издатели их. Ой.
Играй давай! Ой, время, да, время, время. Так, Рибка. Рибка. Ой, блин. О, рыбка! Вижу! Вижу рыбку! Да сюда иди! Ах ты, сука! Да, периодически, конечно, подлагивает. Периодически подлагивает. Ну, видимо, потому что то ли прогружается. Анализ. Вернитесь на поверхность, чтобы снизить риск. Почему это растение светится? Побочная задача начата. Кажется, я не в ту сторону иду. Да почему не в ту сторону? Нормально все. А-а-а! Вы сукины дети! Награда. А как? Разбейте сундук. А как? Я что-то не поняла. А как разбить сундук-то? Жопой об косяк? Ой, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, не туда. Риба! Вижу рыбу. Мне не сюда. Да не, не сюда, конечно, потому что я не понимаю, как его открыть надо. Рыбка, рыбка, рыбка! В смысле, ты какого хера перестал лететь, ты? Да что за... Капец, пока привыкнешь к управлению, 100 лет пройдет. Я не понимаю, да что не так-то? Блять. Жопа не гори, жопа не гори. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, все, оглушить Санегу есть. А ТПшечка есть какая-нибудь? Какая-нибудь ТПшечка? Нет, придется туда лететь самой. А я могу метку поставить, в какую сторону мне надо лететь? Видимо, нет. А, вот, поставить метку. Все, отлично.
Стоп, тут что-то можно взять. А, места не осталось. Да в смысле? А как понять, сколько у меня места тут вообще? Санек, ты мне напоминают рыбные палочки, которые так любила Камила. А, это метка. Мне же надо пойти квест сдать, лол. В игре будто не хватает объяснения, стрелок, показывания, что и куда. На мини-карте, типа? Да нет, просто тут надо привыкнуть ко всей этой хрени. А где чувак делся-то? Вот туда надо? Или это квест другой? Другой, видимо. Привет! Здорово. Если ты ищешь залиба, ты его нашел. Но большой вопрос, зачем? Зачем меня искать? Ты мне принес лампы. Лампы? Это в смысле алкоголь? Если алкоголь — это напиток, который делает тебя легче, алкоголь. Да. Приятель, я бы и сам от выпивки не отказался. Но, увы, на мини-карте показывается точно метка. Ну вот карта, да, тут такая странненькая. Ты можешь меня подштопать? Осторожнее, ты не пытался быть. До встречи. Так, а где мне сдать квеста? Я сейчас не вдупляю его. Санега выловлена. И чего? Найти ядро Даоки Саппы? Ага. Поехали. Ух ты, ля, какой птиц! О, какой красивый большой птиц! У него яйца на шее висят. Ой, я не могу. Ух ты! Ой-ой-ой! Дивизию собрали. Ой-ой-ой! Ай, больно вообще-то. Очень нравится, что тут автоподбор всего есть. Ну что, мадам компьютер, посмотрим, что будет, если потыкать эти клавиши. И что будет? Ничего? Моё любимое? Видимо, моё любимое, да. Ёб твою мать! Перегрев. Не допускайте перегрева оружия. Следите за шкалой нагрева. А где шкала нагрева? А где шкала нагрева? Кто-нибудь видит? Супер. Две минутки осталось играть. Две минутки.
цвет дула, только поэтому. Включить Даоку в саппе. Ага, чуть-чуть рядышком, да? Давай, лети! У нас времени мало, лети! Лутать так хочется, а времени нет! Хочется лутика, нежного сладкого. Это что такое? Я чувствую, грядет отличное. Синий хилидий. Блин, звучит как будто это какое-то венерическое, если честно, этот хилидий. Да простят меня создатели этой игры. 50 секунд! Быстрей! Беги! Сука ленивая, беги! Но тут, типа, можно дважды пройти. Можно дважды пройти каждый сценарий. Здесь открытый мир, защищать базу и помогать в деревне. Так, это что мы сделали? Первый знает, что мы сделали, да? Непонятно. Что, что-то... Это телепорт, Тамана, да? Телепорт! Ага, но у меня нет второго телепольтамана. Куда ты? Стой. Осуждаю. Не выход. Так, это разбивать нельзя, понял. А вот это можно помолиться? Нет, нельзя тоже. Так, ну... Ой, бляха-муха. Блин, ну игра годная. Даже по этим 20 минутам можно понять, что в нее стоит играть. Демо-версия кончена, спасибо за игру. Нет, я хочу еще поиграть. Такая игра прикольная. Блин, ну реально прикольная, скажите же. Понятное дело, что она может там кому-то что-то не понравиться в плане там графики. Жаль, конечно, этого добряка. Вот. Не, не пойду в нее. Почему? Потому что короткая демка или что? Там же есть это самое. Смотри. Короче, каждую штуку можно пройти дважды. Сейчас тебе покажу. Вот. Видите? Тут три раздела. И каждую можно пройти дважды. Вот мы были только что в стори. И мы здесь вот один раз уже 20 минут поиграли. Соответственно, здесь 40 минут может быть, здесь 40 минут и здесь 40 минут. Вот, то есть можно поиграть. Идемте еще постреляемся, посмотрим, что там. То, что короткая? Да нет, мне кажется, наоборот, здесь демка очень обширная. Одна из самых обширных, которую мы видели. Во-первых, здесь разные режимы. А на каждый раздел дается по 20 минут два раза. Добро пожаловать на Адельфу. Раскладка клавиатуры и геймпада находится... Ага, это понятно. Так. Нам надо нападать на базу? Да? Пошли. Вот это мне нравится. Я нападаю! Что сейчас будет? Уи! Блять. Будет больно. Ай-ай-ай, подождите, подождите, подождите. Ой, здорово. О, ля, что у меня есть? Ха-ха-ха-ха! Лохи! А я могу стрелять? Нет, не могу. Ай, пробили. Здесь есть криты в голову. Великолепно. Это что такое?
Какие-то ёбаты по мне стреляют. Ох, ничего себе. А путите? Не путите, да? Вот говно. Ай, ай. Да, она обширная, но ограниченная не контентом, а временем. Но зато, если спешить, здесь можно много чего посмотреть. Кто там, кто там? Какой ты жирный пес, а? Да ну, я его не разобью так. Ай. А! А, в нее надо стрелять сзади. Да кто там стреляет, сука? Вот говнюк. Паразит мелкий. Отличная вещь. Так, а что тут, кстати, есть, а? Оля, какой... А, он закрыт. Так, кто? Улякает. Блин, какая... Насколько здесь великолепна музыка. Господи Иисусе. Мне кажется, такую музыку для своих игр только Warner делают. Оля, какой у робота Попкинс. Нормальный. Так, а тут все, да? Ага. Понял, принял. Ай. Понял, принял. Кто там... Самое крутое в играх – возможность пылесосить каждый куст. Да. Полностью со... Ладно! Ни хрена себе! Ай, это за что меня? Что, не могу до сих пор? Видимо, смогу только когда откроется этот самый, да? Когда зачищу всю базу. Ну давайте, сканер. Где враги? Есть враги рядышком еще? Тут еще вот что-то, какая-то штука. Что вот это? И как тебя получить? Не поняв. Но ты же сканируешься. Какая-то хрень. Ну ладно. Так, здорово, мужик. Или ты не мужик, не знаю, кто ты. Вжик-вжик и не мужик. Так, ну там все закрыто. Я слышу, что кто-то хочет по мне. Кто-то хочет по мне. Кто-то хочет меня, кто-то хочет по мне, кто-то хочет во мне. Ай-яй-яй. Слышали, какая я рифмоплетка? У него глаза-то есть, ёпты.
Блин, очень прикольно. Сделали всякие 3D-модельки. Кайфовенько, так кайфовенько. Так, внизу кто-то был. Ёбат! Клёво. Так, все или еще что-то? Ух ты, ёпта, это... Это нехорошо. Ай, больно вообще-то. Сосац! Цель на базе. Ищите и взламывайте терминалы, чтобы получить доступ к ядру генератора. А, вот для чего эта штука. Защитное устройство на него реагирует. Кто там? Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес. А что там? Как там дальше было? Принес газету? Или посылку? Ой, сейчас чихну. Так, я вот понять не могу. Наверху вот эти вот двое чилипопиков. Или где? Да что ж такое? Спасибо, ребят, спасибо. Я посмотрел, сейчас я прочитаю, секунду, дайте, у меня... Хотя тут время не пишется. Тут просто надо базу зачистить, получается. Здорово, Чайлд. Я посмотрел игры разработчика, я даже удивлен, что они сделали такую игру, так как игры у них не особо-то и нормальные, у разработчика тоже не супер прям проекты. Нет, почему? У Нордика нормальные проекты, насколько я помню. Ой. А, я увидела шкалу, шкала возле прицела. Ух ты, ёпта, ты шо умеешь, а? Ни хрена себе. Так, ну я зачистила базу, но если я не ошибаюсь. Я же не ошибаюсь. База одной из первых была оснащена силовыми щитами и стала целью цитадели захватчиков. Уничтожьте генератор и вскройте контейнер с белым хиделием для копья. Генератор. Окей, где генератор? Вот это красненькое, это генератор, но там же дверь закрыта. Разработчик другой... А, издатель, точно, издатель. Кто там? Бестолку. Первая часть этой игры вышла в 99-м, но, возможно, это часть чата тогда еще даже не родилась. Не-не-не, Чайлд, у меня тут не малолетки сидят. Так что не обижай моих старичков. Кто там? А щит как включать? А, на Ctrl. Да ёпты. Да что такое-то, а?
Во все щели меня тут. Подождите, надо носик почесать. Что за пиздюк тут в чат гонит? А, хотя да, посмотрел больше, да, у Нордика есть культовые даже игры, это да. Я уже родился, но вряд ли бы мне хватило росту пока геймить. Что, ходил тогда пешком под столик? Так. Хотя, блин, чё я выпендрюсь, я тоже... Только вопрос, это соло-игра? Походу, соло-игра, да? Ну ничего, у нас и так коопов дохренища, поэтому не страшно. Угу. Так, враг еще один внутри. Так, у него силовое поле. Думаю, этого хватит. Ну, вперед. Господи, да это же Star Wars в оболочке аватара с геймплеем Starfield, прости, господи. Да не, ну нормально же выглядит, чё нет-то? Хорошо все, не знаю, мне все нравится. Так, следующий. Нам еще сюда вернуться надо будет. Так, где-то еще один терминал должен быть. Вон он внизу. Кажись, это он. Они, походу, здесь специально не показывают ролики. Вряд ли они такие укороченные. Но здесь... Так, уничтожьте генератор. Это туда вроде. Они специально не показывают, походу, ничего такого. А как тебя уничтожить, рыбка моя? Вопрос... Против дырявых жестянок 1-0. Вот. Но я думаю, открытый мир мы смотреть не будем, потому что и так все ясно. Будем ждать обязательно игру, когда она выйдет. С удовольствием бы хотела в нее поиграть. Вот. Я, конечно, в диком экстазе, если честно. Не знаю, как вам, но мне игра нравится. Она динамичная, такая, как надо. У нее прекраснейшая музыка. И приятная графика. Да, она не идеальная, конечно, но вполне годная, мне кажется. Монашка топчик, да. Так, YouTube, подписываемся, ставим лайки, показываем нас друзьям. Увидимся в следующем выпуске.